Всем салют, дорогие друзья, меня зовут Альтер, и это прослушка. Наконец-то я нашел, что послушать, и я хочу с вами поделиться этим. Итак, сегодня мы слушаем три новиночки. Это Макс Корж, «Малый повзрослел», вторая часть. Это EP-альбом L1 1985, саундтрек телесериала «Чернобыль». И когда-то моя любимая группа N.E.R.D. И совместная работа с Рианой, которая называется «Лемон». Я хочу вам показать клип, поговорить о клипе немножко и вообще рассказать об этой замечательной группе. Я думаю, начнем мы с Макса Коржа. У него уже выходил альбом «Малый повзрослел», и сейчас он выпустил вторую часть. Это как такой небольшой EP тоже. Альбом начинается с песни «Вспоминай меня». Такое спокойненькое, теплое, домашнее начало. Такая история знакомства с девушкой. Ну как это круто, а? Когда я слышу эти биты, мне вспоминаются первые альбомы Макса Коржа. И мне от этого еще куда приятнее. Вообще, это очень долгий такой трек получился. Сколько он там? 6 минут, по-моему, идет. Но очень прикольный. Он такой лайтовый, легкий такой бит идет. Вот. Охуенно. Пам, па-пам, пам. Очень круто. Молодость все решает. Мне нравится то, что Макс Корж использует сэмплы. Мне нравится, как он их использует. Движ. Хочется бежать прямо под этот трек. Молодое поколение растет на песнях Макса Коржа. Чувак просто пишет песни, которые близки молодым людям. И это круто. Что можно сказать? Очень крутой трек. Я его вряд ли буду слушать. На самом деле, ну как-то не очень зашло. Вот, идем дальше. «Пьяный дождь». Минорная тема, очень такой приемчик попсовый. Ну, в общем, цепляет припев сразу, ты начинаешь это напевать. Очень круто. Красивая песня, красивая. По-любому пойдет ко мне в плейлист. Вот уже, по-моему, третий трек, идет такое оутро в песнях. То есть, ну, просто музычка играет. «Малиновый закат». Круто. Сейчас биты пойдут. А, видимо, просто будет убавление идти. А я хотел битов. Ну ладно, это мои проблемы, что я хотел. «Оптимист». Мы уже все это видели, и все кайфанули с этого трека, все его напевают сейчас уже. Что можно о нем сказать? Очень круто, очень круто. В общем, крутой трек. Я думаю, все вы уже заценили его. Идем дальше. «Напалм». Когда я услышал эту песню, я подумал то, что, блин, опять какая-то песня про любовь. Да, это песня про любовь, но я думал, она будет лиричная какая-то. Но не тут-то было. Песня о разлуке. И тут вот такой неожиданный поворот. Я такой, блин, круто. Причем мотив знакомый, как будто вот какого-то зарубежного рэпера. И я такой, типа, чё? Как это охеренно, чувак. Это прям, мне кажется, самый такой старый Макс Корж. Найте, суки, держите напалм. И все, я просто
Я охренел. Вот это вот, наверное, самый любимый трек на альбоме «Мало повзрослел», вторая часть. Ха! 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 Вот этот. Блин, не могу вспомнить, что за трек напоминает мне. Если вы вспомнили, напишите в комментариях, пожалуйста. Есть какой-то трек зарубежный рэперов, и вот там вот что-то похожее. И последний трек «Горы по колено». Горы по колено. Мне всегда нравились песни Макса Коржа, потому что они какие-то мотивирующие. Он что-то всегда хотел донести до молодежи, и это круто. Благодаря ему, да, его песням некоторым, я, в принципе, начал заниматься тем, чем раньше не занимался. То есть я снимал какие-то клипы, я не боялся как-то развиваться и старался не обращать внимания на хейтеров, потому что как-то раз он прокомментировал мое видео, типа, блин, чувак, там же написано фан-видео, не обращай внимания на то, что тебе пишут. Я просто снимал клип на его песню «Бессонница», вот. И, в общем, он оценил нормально все. Очень хорошее окончание альбома. Всегда вот я люблю обращать внимание на окончание альбома. То есть надо как-то подытожить, чтобы все было прям идеально. И вот «Горы по колено» — это шикарное окончание альбома. Вот. Что хотелось мне сказать, почему мне так понравился «Мало повзрослел». Этим альбомом, второй частью «Мало повзрослел», Макс Корж просто показал нам свою простоту, то, что она у него все-таки осталась еще, и он по-прежнему несет какой-то месседж молодым людям. Очень крутой релиз, советую вам послушать. Вот, ну а мы идем дальше. L1, 1985. Саундтрек телесериала «Чернобыль», который, я думаю, многие уже ждут. EP включает в себя 7 треков, и давайте уже слушать. Первый трек — это «Эхо». Очень мне нравится эта песня. Вот этот мотив легкий. Я знаю то, что над пластинкой они работали с Неллом, и я поэтому очень долго-долго ждал этот альбом. Итак, сейчас. А, шикарно. Варвара Висбор очень крутая вокалистка, очень крутой вокал у нее. И я рад то, что она появилась на втором треке с Илваном. Помните, первая «Якутяночка»? Вот теперь у нас «Эхо». На самом деле очень насыщенный трек, очень интересный, его приятно слушать. Такой мотив легкий, хочется танцевать. И вот мой самый любимый момент. Шикарно, спасибо, One. У меня мурашки пошли по коже, когда я услышал это чудо. И дальше пошла музыка. Это так круто вообще. Очень крутой прием на самом деле, и это цепляет. Спасибо. Идем дальше. «Клен». Совместная работа с Билли Новик. Новое имя для меня, я как бы не в курсе. Очень, очень крутой вокал, на самом деле. Поначалу как-то я его не принял, но сейчас мне его приятно слушать. Вот. Еще я смотрю на песни, а не на то, что у меня там написано, чуваки. Я просто, не знаю, я когда слушаю, я смотрю на песню и вот думаю о ней. «Ветер перемен». Мне уже не терпится посмотреть сериал, чтобы услышать эти треки там. Интересно, как L1 живьем исполнит этот трек. С вокалом у него не очень, по-моему. Понятное дело то, что все обработано, да, как бы, но... Мне всегда интересно слушать L1 живьем. Я очень люблю на его концерты ходить.
И я надеюсь, что у меня получится посетить концерт с живым оркестром. Было бы... Или хотя бы с группой. Вот, было бы очень круто. Очень крутая работа. Вот на самом деле, почему я люблю Уана? Потому что он делает все, что захочет. Ну, вот такое ощущение. Как бы человек свободен в действиях и... Он настоящий музыкант. Вот музыкант, который творит, который создает что-то крутое. Вот, я очень доволен этой пластинкой. Хоккеисты. Эй, совместная работа с Неллом. Эй. Еще раз? Еще раз давай. Окей, Нел. Давай еще что-нибудь. Ну вот, я ждал Нелла услышать. Но он, походу, только на припеве будет. Нет, не ладно. Блин, какого черта? Нел, от тебя практически ничего не слышно вообще. Тебя нет. Я как понимаю то, что ты помогал писать пластинку, но хотя бы куплет-то бы взял себе, нет? Почему только припев и тут одно предложение? Да это даже не припев. Эй. Эй. Ну окей, окей. Нет проблем. Нет зубов. Нет зубов. Эй, эй, нет зубов. Ну блин, я немного расстроен, если честно. Вот, пожалуйста, идет бит, но нет слов. Чувак, ты же мог бы зачитать что-нибудь здесь. Идем дальше, мир непрост. Если честно, раньше вот эти самые песни, они мне не очень нравились, как бы, ну, потому что я был слишком молод, чтобы их понимать и слушать. И вот сейчас One представляет свои версии этих песен, какими бы они были. Есть ты у меня, ту-ту-ту. Блин, как круто. По-любому идет в плейлист. Погоня за счастьем. Какой-то жесткий трек, движ прям вообще капец. Не мое, сразу говорю. Не нравится звучание, саунд мне не нравится. Вот. Но, мне кажется, это идеальный трек для тренировок каких-то. Опять же, куда-то бежать. Не бойтесь, делайте. Не слушайте никого, делайте. Не говорите много, делайте. Вот слышите это, да? Та-та-та-ра-там, та-та-та-ра-там. Вот угадайте, что этот трек мне напомнил. Слышали, да, это на этот припев? И я написал Уану в Инстаграме, типа, блин, напоминает Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Ну, я просто поржал как бы с этого. То есть, ну, это есть схожесть. Я его ни в чем не обвинял. Я понимаю то, что это просто случайно все могло произойти. И похожая мелодия. Но, блин, это слышно? И это клево, то, что я это увидел, услышал. На самом деле, «Прекрасно далеко» — вот самый лучший трек. Опять же, самое крутое окончание альбома. Я предлагаю вам самим все это прослушать, найти альбом на просторах интернета 1985 и «Малый повзрослел» и прослушать эти и прослушать эти пластинки, потому что они реально достойны внимания. Что я хочу сказать? Это два моих любимых релиза пока что. Это «Мало повзрослел» и «Эл Уана 1985». Вообще очень нравится то, что «Эл Уан»
как-то развивается, делает что-то другое. Мне, опять же повторюсь, мне понравилась его пластинка «Автолюбитель», понравилась вот эта пластиночка, и я жду что-нибудь такого в будущем. Вот, ну и мы переходим к группе NERD. No one ever really dies. Никто никогда не умирает по-настоящему. Это R&B и Funk Soul, такая группа, созданная аж в 2002 году, в которую входят Фаррелл Уильямс и Чад Хьюго. У них были шикарные синглы Lap Dance, один из самых таких ярких, и She Wants to Move. Я думаю, много говорить не будем, да и информации о них слишком мало. Давайте уже послушаем их новый сингл, совместная работа с Рианой. В общем, они представили этот трек в двух вариантах, с Рианой и без Рианы. То есть, ну как бы там текст немножко отличается, но с Рианой звучит куда круче. Давайте уже слушаем. Представили сингл они совместно с клипом, и поэтому давайте слушать и смотреть клип. No one really... А, вот, кстати, они все это написали. Шикарная Риана. Кого-то бреет. И это, оказывается, девушка. С шикарными волосами. Я не знаю, как она вообще согласилась на это. Но что-то она, походу, не рада там. Очень понравился монтаж видео. И это туториал первый. Видимо, они будут дальше заниматься. Простите, я отвлекся. Очень круто танцует. И грудь такая свободная. И попка. Просто огонь. И блин, чуваки, вы послушайте Риану. Это же шикарно. Я всегда, когда слушаю в наушниках, я просто каждый раз кайфую от читки. Клип напоминает мне Kanye West'а Fade. Помните, такая работа была? Ну, там погорячее, конечно, но то, что, наверное, тут одна девушка танцует, наверное, как-то поэтому. И вот крутой переход был. Это просто шик. Но на самом деле, мне иногда непонятен монтаж и вообще непонятные действия режиссера. Почему ты именно вот так сделал? Вот, вот почему вот такой вот кадр темный? Почему вот этот VHS вставляется? Почему эти полосочки по бокам? Ну, этого я не понимаю. Просто. А так, сама работа, сам трек очень крут. И вот опять же мы возвращаемся к стандартному формату видео для клипов. Такой вот фанкс все равно присутствует в треке и очень круто. Я надеюсь, ребят, вам понравилась эта группа. Так что найдите NERD в интернете, послушайте их треки. Они очень реально крутые ребята. Вот. Ну и все на этом. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Мне вообще похуй. Вот. Если у вас есть что посоветовать мне послушать, если есть какие-то релизы, которые я обязательно должен прослушать, пишите в комментариях. И я посмотрю и выберу наиболее понравившегося мне исполнителя. Так как вообще прослушка, она так и начиналась. То, что я показывал вам только тех исполнителей, кого я слушаю. То есть были Linkin Park, были Скриптонит, Jill Zay, вот 104-й Трувер, ST был. Поэтому я буду размещать здесь только тех, кто мне более-менее близок. Вот, ну и все на этом. Всем пока. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся.